В России женщина умерла после пластической операции. Женщине сделали операцию по коррекции груди в Хабаровске. После ухудшения самочувствия ее перевели в реанимацию, а через 3 дня она умерла. В российском Хабаровске женщина умерла после пластической операции. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ. По данным следствия, в июле женщине сделали операцию по коррекции груди в одном из медицинских учреждений города. После этого самочувствие женщины ухудшилось, и ее перевели в реанимацию. Через 3 дня пациентка умерла. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». На данный момент следователи изъяли медицинскую документацию в больнице. Планируется дать комплексную оценку действиям врачей. Напомним, в апреле в одной из московских клиник пациентка умерла во время пластической операции на груди. Еще одна пациентка умерла в Москве 25 апреля после проведения пластической операции в клиническом медицинском центре эстетической косметологии, стоматологии и гинекологии. После ухудшения состояния ее госпитализировали в городскую клиническую больницу, однако медики не смогли ее спасти. Ранее в Москве умерла женщина, которой вместо физраствора ввели формалин. Напомним, в США 31-летняя Латеша Бенум скончалась после процедуры по увеличению ягодиц. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS.TimiCorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.